Знакомьтесь, король Марсель. Прошу любить и жаловать. Африка, на кого ты смотришь? На птичек. На птичек. Арчи, куда ты полез? Гамак занят. Арчи. Ой, Арчи, говорю, Чарли, боже, я уж совсем рада. Чарли, гамак занят. Куда ты полез? Африка, убери башку. Ой, сейчас Марсель удобно сядет. Ну, король наш удобно сядет. Подождите, сейчас. Подождите, сейчас я вам покажу, как я умею сидеть. Боже, тут какие-то разборки. Там какие-то разборки. Что вы там уже с кухни таскаете? Марсель, они там, между прочим, кушают сверху. Это как, нормально? Подождите, сейчас я лягу и подумаю. О, кто-то выходит с туалета. Подозрительно. Сильно подозрительно выходила Наоми. Сейчас скажи, Марсель, я покажу, как надо это, отдыхать. Лису сегодня не пустил свой гамак, а она бегала, просилась. Еще кто-то вышел. А что там Наоми со Шломи делала в туалете, а? Ну, это бойлерный, но там это да не туалет, горшки. Ай-яй-яй, удинялись. Нехорошо. Терри, кого ты сторожишь? Попугая? Да. Фух, вот так бедный Марсель устает у нас. Да, там попугай что-то уронили. Надо встать, посмотреть, может покушать. Ну, ребенок встать не может, он сильно уставший. Такой уставший енот вот это. Это я же не знаю, как с этим, с этой усталостью бороться. Мысилька, ты страшно устал, да? Ой, а морда красивая. Боже мой. Неужели бывают умные еноты? Но один родился в этом мире. Который устает, который кушает. Собаки отцепились от лисы, я вижу. Кинь-кинь. Терри, она хочет покусить и он. Не мешаем. Какое? Хотела посидеть в лесу, так нет, Терри пришла туда помогать. Боже, какой красивый. Я не знаю. Мне кажется, красивее енотов не бывает. Кто там на тебя там смотрит сверху? Арчи? Выходи уже, будем играть. Тинь-тинь занял гамак, понимаешь? Она тут целый день бегает, бегает. Хочет себе домой, а дом занят. Пошла в будку. Такое ощущение, что он уже не может встать. Покажи. Ой, боже мой, сейчас как подымусь, я говорю, подождите. Пока не могу подняться, говорит, еще уставший. Если ты начнешь открывать холодильник, то ты получишь. Ты понял? Арчи. Арчи умеет холодильник открывать вместе с Марселем. Два дружбаны научились. Плохому научились. Марсель, ну ты уже отдохнул? Ты уже в состоянии вылезти отсюда или еще нет? Нет, еще нет пока. Наумичка красивая.
собачечка красивая. Она возле меня все время сидит. Пока она еще не готова ни на съемку, ни на шоу. Вернее, это он. Леон. Не готов ни на что, но готов сидеть возле меня. Саша! Ай-яй-яй-яй, закрывай холодильник. Марсель, ты видел, какой Арчи? Марсель, ты видел, как он холодильник открывает? Это ты его научил? Арчи, смотри, будешь получше, если ты будешь холодильник открывать. Хочешь свой домик? Сиди в будке. Гамак занят, там уставший Марсель. Он очень устал, и вот он будет лежать. Что ты там на меня бросаешь сверху, а? Что вы все орехи поразбрасывали по всей хате? Сейчас дам веник, будете заметать. Да. Что это валяется? Посмотри. Что ты не подобрал? Ой, скандалист. Зарядку сделаешь. Ой, давай, спортсмен, активист, красавец. Ой, фух. А, Люция туда влезла. Смотри, Люция, если гамак порвется, он тебя продавит. Сниматься. Сниматься. А, сниматься. Для жизни сниматься. Люция, ты молодец. Она действительно с риском для жизни пошла сниматься. Ну, звезда, да и все тут. Люция, ну ты ж туда не влазишь никак, понимаешь? Давай, где ты там? Вот, моя Люция. Все, Марсель, мне надоело тебя снимать, да понимаешь? Ты будешь выходить оттуда или нет? Марс, что ты отвернулся, Марсель? Кто с тобой разговаривает? Марсель! Идем, я его массаж надо сделать. Ой, массаж. Марсель, я от тебя подвинулась. Выходи давай. Давай, сделай подальше съемку вот такую. О, выходи давай. Выходи давай. Ты такой красивый зайчик мой. Такой кусочек такой. Вот так кусай, мама. Кусай такой. Попугай из ласки тарелки. Марсель, ну ты хочешь сказать, что ты ж порвешь сейчас это. Тинь-тинь, он не дает гамак. Я его пыталась выгнать. Он там даже кота выпихивает, он через верх. Вот этого. Тебе что, мешает Шегель там? Шакира, вернее? Марсель, тебе Шакира мешает? Что там ее выпихиваешь? Самый красивый бубочка в мире. Орешек хочешь? Пустой. Лишь бы что-то дать в зубы. Зубы не поломай. Он старенький. Там уже зубы желтые, старые. Вот собакам чистят зубы, а енотам еще никто не чистил. Я представляю, почистить ему зубы. Сразу вспомнит, что он кусался в природе. Дима красивый. А так он выпихивает кота, который лежит сверху. Не выпихивается, потому что он тяжелый. И там еще решетка. Поговорили, хватит. А все из-за чего, Марсель? Знаешь почему? Потому что ты занял его место. А Шломи кричит, помогите. И как с этим всем бороться? Я не знаю.
Бубочка, улыбаемся в камеру.